Это Варна. Это офицерский пляж. Минеральный бассейн. Бассейн с потрясающей минеральной водой. 3 октября. Ну, все отдыхают, кто как может. Загорают, принимают ванны, делают процедуры. Здесь, кстати говоря, любимая процедура – это массаж песком. Да, вот смотрите, детишки прыгают радостно. Я пытаюсь увеличить вам, чтобы было видно. Вот, ну, не будем тратить время. Мы сейчас тоже раздеваемся и в бассейн. Мой главный союзник в борьбе с остеохондрозом – это Варнинский минеральный бассейн, который расположен прямо на берегу моря. И вот так 53 градуса вода минеральная вытекает. В ней находится практически вся полезная для человека часть таблицы Менделеева. Так, это люди бегут туда в бассейн и радуются. И здесь мы принимаем минеральные ванны, впитываем в себя всю эту полезность, а потом еще я очень люблю переходить из моря, вернее, из бассейна в море, и наоборот. Получается еще и такие контрастные ванны. И зимой, и весной, и осенью, летом только не очень приятно. Такие ощущения, потому что море тогда слишком теплое. Здесь у нас лето. И так даже зимой. Здесь, на берегу моря, в этом бассейне, загораем, купаемся, оздоравливаемся. Пью воду минеральную. Да? Может, не слушать?